Привет, привет! Привет, народ! Народ, привет! Привет, мои терапевты! Просто красавчики! 25 работ, 10 призовых мест, шанс выигрыша 50%. Просто шедеврально! Я просто в шоке вообще, просто колоссальное количество призов просто не может не радовать. Почему я вообще решил, вообще сдвинуть хотел, немножко подальше сделать, но я хочу, чтобы призы раздались завтра. То есть я сегодня до упора, короче, все, да, денежные призы я буду раздавать завтра, но мне сегодня надо будет все списки составить по призам, потому что если завтра призы будут выдавать, то еще будут выдавать именно в эту акцию, именно большие подарки и прям классные подарки, чтобы оно прям было. Итак, сегодня все работы, ребят, закрыты. Были часов с 12, наверное. Добавлять в альбом ничего нельзя было. Комментировать тоже ничего нельзя было. И работы сегодня выбирал я. Я, короче, единолично решил, что не буду я ни на чье мнение отклоняться и буду награждать тех, кто рисовал красиво. Итак, оценивал я как бы, ну, по нескольким категориям. Вообще, я очень люблю рисование карандашом. Это для меня это первое. Так скажем. Классно. Второе, ребят. Я очень люблю красивые фоторедакторы, когда люди действительно рисуют и рисуют очень профессионально, можно сказать. Ну, у нас есть люди, кто очень красиво рисует и прям участвует у меня в конкурсах уже не первый раз. Не будем показывать пальцем. Не будем показывать пальцем. Там, вон там. Вон там рисуют. Ладно. Итак, давайте без долгих отлагательств. В общем, 9 призовых мест. Вот здесь 4, вот тут 5. Вот так. 9 призовых мест, которые я выбирал. Выбирал из разной категории, то есть как нарисовано, соответствует ли тематике. И так, ну, в общем, сколько примерно времени затрачено на работу. И, ну, вот примерно где-то так. Потому что есть работы, ну, очень плохого качества. Работали буквально там, буквально 10 минут. То есть люди, ну, я такое не переношу патологически. И эти работы сразу видно. Это называется работы на отъебись, так скажем. То есть, доктор, отвяжись от меня. Это я, короче, типа рисовать не буду. Итак, поехали, давайте, по 9 местам. Кстати, стрим вот этот вот, я его обрежу и выставлю на основной канал. То есть то, что здесь, это, можно сказать, вы радуетесь своим победным местам. То есть тут явно пришли люди, которые пришли за призами. 10 человек смотрит, и все 10 100% призовые. Итак, давайте посмотрим. Ну, моя работа, сразу говорю, моя работа самая классная. Самая классная, вся суперская. Вообще 100% победитель. Не, красивая работа. Горщица 2 числа. Прям нарисовали, то есть, ну, уже прошло, считайте, 12 дней. Специально прошу персонажей. Ну, то есть, чтобы выставляли персонажи, когда рисуют. Так, вот я, кстати, несколько раз перерисовывал, я знаю, с Сашей переписывал, он несколько раз переделывал, нормально, адекватно. Так, это Даша, Даша с дошираком. А ты мой дошираком. Доширак надо было нарисовать. Так, и вот здесь я тоже просил, если видно, то есть также имею в виду, человек нарисовал отдельно персонажа, потом его вставил в общую систему, ну, молодец, неплохой, кстати, Рахмат, я так смотрю, прям красавчик. Так, вот этот анимешный персонаж, но попросил поразукрашивать, и человек, ну, как бы не стал что-то со мной разговаривать. Я очень хотел увидеть, ну, как бы ник еще увидеть адекватный, написанный. Увидел дату работы, то есть, ну, много, короче, недочетов. Сумбур, ну, непонятный, но своеобразный, так скажем. Человек, видимо, первый раз. Так, Pink Dead, так, это наши, это иксовые, молодец, тоже человечек, тоже вижу, рисовал, выставил свои основные работы, то, что он как бы выделывал. Причем самое интересное, тут двойная сцена, даже не знаю, что сказать, ну, пытается,
пытается человек, ну, что так, как сказать, ну, слава богу, что что-то хотя бы делают, потому что многие просто забивают. Это Ники, это я посмотрел, это комикс у нас, по теме получается мехи и бай-бай на территории, но все равно. Рострик тоже выставился, но самое смешное, что не выставил количество, то есть ни персонажа, короче, не показал, ни даты нету тоже, ни лайков нету, вообще обидно было. Навзничь, прикольно, кстати, очень оригинальный рисуночек такой. Так, 4 лайка, кстати, да, в фотошопе сделали. Чуть не забыл, говорит, своего карапуза. Надо было выставлять сразу же, да, вот имею в виду. Тоже, да, Вася. Прикольная, кстати, тоже работа, угарная. Так, Данилка. Это Нигер наш. Нигер, ну, похож, кстати, Нигер, да. Надо было и куртку в черный докрасить уже до полного этого. Так, это Грюнди, кстати. Ну, он классно рисует, конечно. Алексей вообще здорово рисует. Работу карандашом, короче, переделывает. Ну, пришлось немножко тут замазать. Персонаж даже внешка перса, короче, сделал. Молодец. Макс Дракула. Это Максик. Это, кстати, его действительно его персонаж. Классный. И у меня его есть эта основа. Молодец, Макс. Ну, говорит, не рисует. Ну, врет он, конечно. Как пить дать, врет он. Как... Я тоже умею рисовать, но... Короче, день у меня примерно где-то около 3 часов, если я буду рисовать карандашом, у меня уходит на все про все. Так, барон. Кто? Итоги он победит. Кто? Вот мне. Короче, ничего не написано. Такое своеобразное. А, ну это я, кстати, не понял, имею в виду. Вот по вот насчет вот этого вот. Немножко не понял. Юмора. Не похож он на Дэйда. На деда не похож, никак не похож. Так себе. Сразу говорю. И время работы 1:30. Минута 30, Виталик. Унгрей, кстати, да, молодец. И персонаж выставил, вообще красавчик. Тоже работа мне понравилась. Нехилая такая, кстати. И нарисована так бравенько. Уровень фотошопа бог. Это я не понял. Алексей Мор тоже непонятно. Пока непонятно. Масса тоже своеобразно. Привет, плеешка, привет. Тоже своеобразно. Тоже непонятно. Многие, кстати, скрины, которые есть, вроде и есть, и вроде как бы их нету. Вот трубочист мне понравился. Молодец, кстати. Выставил основного персонажа и мелкого выставил. Тоже неплохо, кстати, сделал. Даже вон что-то пытался нарисовать. Ладно, 25 работ всего в общей сложности. Так что, как-то так. Ну и начнем, наверное, мы, ребята, с 9 места. Итак, 9 место. Так, стойте, подождите, давайте, надо картинку еще. Где же у нас картинка-то? Я специально всегда сохраняю картинки основные по розыгрышам. Так, я про нее забыл. Чтобы прям озвучить, чтобы было все красиво. Я обычно все выношу на рабочий стол, но тут надо прям такое это сделать. Чтобы был, короче, фон для подарков. О, отлично. Итак, ребят, 9 место. 100 рублей. Разыгрываем сегодня розыгрыш 100 рублей. В общем... Вообще, спонсор, вообще денежным спонсором сегодняшнего всего являюсь я. Это ваши донаты, это ваша музыка на стримах. Все обратно возвращается тем, кто старается. Итак, 9 место. 100 рублей. 1000 звезд от администрации. Плюс 2 средних подарка. Ну, то есть по 500 звезд. В общем, 1000 звезд и еще 1000 звезд подарками. 9 место. Так, ну надо как-то вот, как вот мне распределить их сделать так, чтобы для меня было удобно. Вот хоть бы картинку какую-нибудь сделать, чтобы раскидывать. Потому что и там, ну ладно, давайте буду импровизировать. Итак. 9 место, ребята, горчица. Красивый персонаж, мелкий, нарисованный от руки. Сразу говорю, персонаж, короче,
сделанный, нарисованный фломастерами, либо зарисованный мелочью, но оригинально, кстати, сделанный под своего персонажа, не мог его никак не пройти. Итак, ему я выделил 9-е место. Но очень своеобразный, и сандалики нарисованы, короче, и сделан, даже цветовая гамма совпадает, я очень был доволен, действительно красивая работа такая. Единственное, я не понял, там все-таки голубые глаза или нет, ну, то есть полностью, да, и даже глаза голубые. Молодец, молодец, Виталий Литвин, красавчик. Но сегодня буду, короче, ники я списывать. Единственное, что, ну, как он называется, он прямо так называется, что горчица, ну, поищу. В общем, сегодня буду после стрима списываться и уже переводить. Итак, это у нас 9-е место. Так, надо вернуться назад. Так, где у нас второй? Так, на восьмое место, ребят, на восьмое. Итак, 8-е место. 8-е место, также 100 рублей. Списываться буду в ВК, но это будет завтра. А сегодня надо будет мне составить чисто список тех, кто выиграл по призам, чтобы передать администрации. 8-е место. 1000 звезд и 3 средних подарка. В общем, сложности получается 1000 звезд. И еще, если подарками считать, то еще 1500. То есть, ой, ну, жирные призы, если честно, даже по подаркам они очень жирные. Итак, сейчас. Вот, прямо интересно, кого же ткнуть? О, Кавасаки пришел. Кавасаки! Привет, привет, Кавасаки, привет. Матами неинтересно ругаться. Это не браво. Они все равно не проходят, так что... Так что это неинтересно. Итак, 8-е место. Где же ты, мой хороший? Где же ты? Нашел 8-е место. Итак, 8-е место. Рахмат. Классный двойной персонаж, сделанный... Причем самое интересное, человек отрисовал персонажика, потом добавил его сюда еще дополнительно, даже с мемчиком. Очень классно, действительно соответствует, никаких проблем нету, молодец. Да нет, вы не, просто не видите, там Кавасаки зашел и ругается матами. Просто, как бы, ну зачем заходить и ругаться матами? Ну, то есть это же неинтересно, неинтересно, я тоже так же думаю. Прикольный персонажик, классненький, нарисованный. Ну, молодец. Что я могу сказать? Прям, ну, прям почти-почти идеально. Даже персонаж... Ну, не мог я, короче, пройти мимо. Классно, имею в виду. 1000 звезд и 3 подарка. Перешлем уже человеку. Так. Итак, к седьмому месту, ребята, 1000 звезд, 7-го места и 4 средних подарка. Седьмое место. И где же работа? Нету работы 7-го места. Удалил кто-то. Седьмое место и Макс Степанов. Макс Степанов с Максой Дракулой. Классный персонаж, нарисованный, жалко, что не разукрашенный, но нарисованный полностью карандашом. Интересно, вот правда, наполовину срисовывал или нет? У него действительно вот этот персонаж, он прямо вот так вот и выглядит у него. Я его давно знаю, он недавно себе вернул его. Макс, я тебя поздравляю, классная работа, главное нарисовано ровненько и на А4, почти на весь А4 нарисовал. Наверное, срисовывал все-таки. Все-таки срисовывал, скорее всего. Но красиво. Люблю работы, нарисованные вообще, ну, как бы, рукой. Прям очень прям классненько. Максик, я тебя поздравляю. Не знаю, наверное, уже позже будешь высматривать это все. Так что твои 1000 звезд и 700. Ой, говорю, 700. И, короче, 1000 звезд, 100 рублей и 4 подарка. Твои. В общем, никуда не денемся. Ну и мы переходим в более высокую, ребята, лигу, где мы помимо средних подарков начинаем разыгрывать уже большие. Итак, 100 рублей, у нас 1000 звезд, 1 большой подарок, ну то есть уже дарим рубины, то есть уже 30 рубинов, можно сказать, и 2 средних подарка. Итак,
переходим в более высокую лигу. И это у нас, это у нас, это у нас, это у нас газ, так охота сказать. Итак, шестое место, и, где же работа-то, где? Где же она, где? Вот она, вот она. Итак, Даниил Габитов, нидер. Был джентльменом, а стал нидером. Да, логично. Логично, но даже с небольшой вырезанной прической, сразу говорю, карапуз взят отдельно, но подбирать надо было. Неплохо, короче, сделано. Ну, я тут еще сомневался насчет, там несколько было работ на шестое место, сразу говорю. Но выбрал, вот я выбрал вот прямо вот мелкого человечка. У него и персонаж слабенький, и прямо так. О чем базар, что за идея закончит? Да нет, Алекс, блин. Сегодня розыгрыш призов. Сегодня розыгрыш призов на конкурс. Ну, как так вот? Не знаю, ну там, скорее всего, не останется. Да, сделали вообще здорово. Молодец. Да, Данил, красавчик. Итак, ехали дальше. Едем дальше, видим мост. Итак, пятое место, ребят, пятое место уже идет месячные планы. То есть мы разыгрываем уже месячные планы. То есть с пятого места это 200 рублей плюс 1000 звезд плюс 2 больших подарка. То есть 60 рубинов плюс 2 средних подарка. То есть еще 1000 звезд, можно сказать, сверху. И на пятое место, на пятое место. Так, кстати, у меня тут расхождение было по пятому тоже месту. Было, короче, нарисованный, получается, либо взять от карандашом, либо взять меха, либо, ну, то есть, нарисовать, ну, карикатура. И у меня несколько было, так скажем, вариации. Пришлось, честно скажу, вот на вот эту работу, ребят, вот я кидал монетку. Честно, я скажу, было три работы здесь. Ну, то есть, была вот эта работа. То есть, я посчитал, ну, более-менее адекватно. Причем, самый интересный, человек действительно старался. И даже отрисовал ее вот таким образом. То есть, типа, сказал, что да, действительно. Потом была вот эта работа, ребят, на пятое место. То есть, вот это вот. И третья была... Сейчас, подождите. И третья работа... Где же она? Вот она. И третья работа была вот эта. В общем, из этих трех работ на пятое место получилось... Ну, в общем, это был рендом. В общем, я кидал монету два раза. То есть... Орел Решка загадывал, выпало, короче, из двух работ, то есть, соответственно, выпала сначала одна. Я ее выиграл, ну, то есть, оставил ее, получается, работу, которую выиграла. И потом еще раз кидал монетку, соответственно, и еще раз выпало. В общем, из этих трех работ, я сразу говорю, на пятое место это чистый рендом. То есть, простите меня, но здесь я выбрать не мог. Каждая из этих работ по-своему была уникальна. Одна из них была сделана в фотошопе, вторая была сделана в хорошем редакторе, третья была сделана также в редакторе, но была сделана с умыслом. И в конце концов, на пятое место, ребят, и на месячный план выиграла вот эта работа. Это зона, ребят. В общем, человек выиграл пятое место рендомом. Но у него сначала работа была вообще просто вот это вот сделано. Он несколько раз работы переделывал. Потом, в конце концов, он посчитал, что действительно так имею в виду надо. В общем, мой персонаж он еще вырезал, добавил боевую зону. Все, молодец. Все, красавчик. В общем, пятое место. Пятое место и 200 рублей, то есть месячный план, плюс 1000 звезд, 2 больших подарка, 2 средних подарка. Поздравляю. Поздравляю, ты супер везунчик. Но теперь уже давайте двигаться к более высоким местам. Итак, четвертое место. Четвертое место это 2000 звезд, 200 рублей, 3 больших подарка, 2 средних подарка. Это, в общем, предпризовые
места. Итак, что же у нас есть? Ну, вообще, ну, как бы, вот, есть работы, их много, и что же вы можете, ну, то есть, выбрать из этих работ, да, вот как вы говорите. Ну, я выбирал, как бы сказать, по ходу вниз, то есть, вот так вот. И для меня, как бы, вот здесь не сыграло большого труда выбрать работу для четвертого места. То есть она была нарисована действительно с редактором, то есть все, плюс были сделаны дополнительно еще, ну как бы начальные наброски, было очень круто. Итак, поздравляю с четвертым местом. Pink Dead, 4.06.20. Весь отдельный редактор сделанный, то есть я очень доволен. Красиво, короче, много действительно нарисовано. Потрясающая работа, Пинк, я тебя поздравляю. Да, мелкий, беспонтовенький, с большим деревом, в общем, круто. Хоть, говорит, что-то выиграл. Красиво, очень красивая работа, мне действительно понравилось. Ань, просто, ну, прям молодец. Но тройка победителей. Надо здесь сразу включать какие-нибудь массовые фанфары, чтобы прям была такая это. Как сказать, музыка. Третье место. Все, хватит. Давайте пойдем к третьему месту. Тут, говорит, гадать не надо. О, гадать не надо. Не, третье место. Итак, поехали. На третьем месте, ребят, у нас раздаются мех-наборы. Мех-набор в себя включает, сразу говорю, 5 любых элементов, то есть на выбор самого человека. То есть, что он захочет. То есть, это могут быть 5 протонок, 5 волн, 5 турбо, там, ну, неважно. Все, что хотите. По сути, по-нормальному мы посмотрели, что есть, может, даже не 5. Может, даже возьмем 7 элементов расхода для меха. То есть, ну, очень уникальная, имею в виду, система. Попробуем, по крайней мере, если действительно сработает такая фича, что действительно мех-наборы можно выдавать персонажам, я буду, скорее всего, эти мех-наборы раздавать на экспедициях. То есть буду заранее договариваться с администрацией, проводить стрим и раздавать такие мех-наборы для выигравших персонажей, кто будет у меня на стримах и участвовать в моих экспедициях. Ну а пока мех-наборы 3000 звезд. Ребят, 3000 звезд, 4 больших подарка, месячный план. Третье место. Итак, третье место. Ну, давай. Быстро, кто ничего не гадает? Давайте, третье место. Я не буду. Да, ребят, очень жирные призы. Действительно, спасибо администрации. Просто прям спасибо. Прям большое спасибо. Очень интересная система была. Третье место. Большой классный младенчик. Грюндик, 08.06.20.20. Очень много работа, нарисованная карандашом, даже есть в оригинале. Добавлен действительно внешка перса. Не мог не пройти работу, просто красава. Грюндик просто молодчинка. Второй раз натыкаюсь на его работы, рисуют действительно карандашом, все рисуют карандашом, причем даже с начальных эскизов нарисовал, но, к сожалению, пришлось прикрыться немножко, а то скажут, надо же это, ну, типа, ну, он, в общем, отписывался мне еще, мы смотрели, Алексей, я тебя поздравляю с третьим местом, будем смотреть, в общем, первые призы мех-наборов. Итак, что же выиграло третье место, еще раз напоминаю, это 200 рублей в виде месячного плана или куда, перечисление, неважно. 3000 звезд, ребят. 4 больших подарка, то есть это 120 рубинов, можно сказать. Человек просто так на халяву сейчас получил. Ну, не совсем на халяву, а за свою красивую работу. И мех-набор. Мех-набор, соответственно, это 6 или 7 элементов. Все зависимо от того, сейчас
будем договариваться с Еленой. Но я буду настаивать, ребят, где-то примерно на 6 элементах, то есть любых, которые выйдут. Но, скорее всего, будем, наверное, или волнами, или протонами забирать. Но я советую забирать волнами, сразу говорю. То есть легче, наверное, такое начисление будет сделать. Я еще поговорю с Еленой по этому поводу, но буду просить именно, чтобы начисляли именно волны для меха. Ну и... Второе место, ребят, второе, блин, я правда очень, уже, короче, долго, уже громко разговариваю, громко, ну, то есть тяжело выговариваться. Второе место, 200 рублей, месячный план, 4000 звезд, 4, ребят, 5 больших подарков, 150 рубинов, можно сказать, вам подарками дарят. И также, ребят, мех-набор. Мех-набор из 6 элементов. Призер! Ну, призер, давайте! Кто же идет, имею в виду, у нас на второе... Кто же идет на второе место? Кто же у нас очень красиво рисует? Кто же прям человек идеального рисования? Да, говорит? Да ладно, я не буду сильно высказывать... Я сказал. Ну и, ребят, работа на второе место. Просто колоссальная. Даша, я тебя поздравляю. Работа очень суперская. Вообще тянет на первое место. Но, к сожалению, даже по качеству хорошей работы, нарисованной просто шикарнейшей, даже с картинками, я думаю, что на работу ушло действительно очень много времени. Потому что есть и оригиналы, и я знаю твоего персонажа. Ну, то есть... Но топовое место, к сожалению, дать я не могу. Иначе скажут, что это неправильно. Ну, то есть... Два раза место занимать, короче, в двух совершенно одинаковых корпусах можно, нельзя, так скажем. Это неправильно. Поэтому второе место... Хотел на третье сплавить. Грюндику отдать второе. Он карандашом все-таки рисует. И вот прям надо было ему отдать. В общем. Но второе место. Тут слишком много мелких деталей. Очень много действительно сделано красивых элементов. Не мог я пройти эту работу. Ну никак не мог. Когда человек рисует, когда он влаживает в рисунок, так скажем, получается, эмоции, он влаживает душ. Рисунок получается действительно красивым. Человек прям вот прям рисует, и ему это нравится. Ну, что я могу сказать? Ну, поздравляю. Классная работа. Прям просто Даша, ну, просто супер. Ой, просто прям здоровско. И сахаром, кстати, нельзя кормить. Ты же знаешь, что сахар вреден. А если оголек станет большой и вырастет? Просто красиво. Да, ребят, можете посмотреть. Человек участвует у меня как бы в работах не первый раз. Можете посмотреть работы. Ну, рисует красиво, Даша. Рисует прям очень красиво. Первое место. Устал, прям реально устал. Очень на эмоциях. Да, моя, да, красиво рисует, да, дочек, да, очень красиво рисует. Итак, первое место. Первое место, вот среди всех работ, вообще как таковых, вот смотрите, я много назвал работ, действительно, прошелся их, вот все как таковые. Вот, ну, какая вот работа может уйти на первое место из 25? Конечно же, правильно, все угадали. Докторишка, да, вот он молодец. Мы не знаем этого персонажа. Лучше всех изображенный персонаж и ушел на первое место. Просто прям молодец. 10 из 10, правильно Павел сказал. Самая лучшая работа. Ну, как бы себя не похвалишь. Я тоже хочу участвовать в таких конкурсах. Я умею рисовать, я умею делать фотошоп. Жалко, что у нас никто, короче, не хочет делать такие конкурсы на работу. Я тоже бы хотел поучаствовать. Но, к сожалению, если ты являешься
так скажем, человеком, кто разыгрывает призы, ты не можешь уже в них участвовать. Как вы видели, я на каждую из работ, на каждую, ребят, на каждый конкурс я всегда готовлю свою работу. Итак, первое место. Ребят, первое место для вас будет реально неожиданностью. Ну, для меня показался этот рисунок очень своеобразным. Ну, понимаете, так скажем, он, во-первых, он выполняет все функции. Это карапуз, первое. Вторая, это бои на территории. Третье, это показ, короче, персонажа своего. Плюс это дополнительно нарисовано карандашом. Итак, поехали, ребят. Первое место. Первое место и, ребят, 5000 звезд. 5000 звезд. Месячный план. 6 больших призов. 6, короче, больших подарков. Ну, 6, представьте, 6, ребята. Их это, блин, это 180 рубинов. Плюс такой же мех-набор, как за первые все 3 места. Итак, первое место, ребят. Первое место, нарисованный карандашом полностью. Навзничь в детстве. Итак, карапуз-водолаз. Плюс дополнительно, ребят, оголек. Плюс дополнительно вся сцена, перерисованная карандашом. Дополнительно сделанный банкир. Просто, просто шедеврально. Александр, я тебя поздравляю. Классная работа, не мог я пройти ее, и я очень сильно сомневался. В общем, две работы, ребят, это у нас действительно Даша пошла, потом с ними же Александр, из него никак не мог пройти, и, соответственно, Алексей. Три работы, первое, второе, третье место, между ними я не выбирал, сразу говорю. То есть не мог я отдать первое место, соответственно, Дарье, так как, ну, она выиграла в прошлый раз. Не мог я Груднику отдать первое место, потому что все равно это только один карандаш, как таковой. И, ну, понимаете, вот, когда смотришь на работу, и видно, что прям работа сделана красиво. Вот, я ничего не могу сказать. Действительно, много заделано, много видов, получается, много видов карандашей сделано, ну, что я могу сказать? Ну, Алексей, ну просто супер. Люблю, когда люди стараются. Когда люди стараются, оно того стоит. Прям. Ну, а сейчас играем в подписчиков. Ребят, специально для всех, кто пришел, есть альбом на розыгрыш. Сейчас в него я добавляю фотографии. Ребят, это оставшиеся фотографии тех, кто участвовал, но не выиграл. Их у нас 15 человек. 15 человек сейчас, кто на стриме. Прям все, кто на стриме, пожалуйста, проходите на альбом в розыгрыш. Я хочу от вас лайки. Ребята, заходим, голосуем за свои работы, если вы пришли. Просите голосовать других, если не участвовали. Выбирайте, какая работа из этих больше нравится. Первый раз я буду выбирать по лайкам. Ребят, буквально 2 минуты. Итак, нас смотрят сейчас 14 человек. Если есть возможность, перекидывайте альбом в какие-нибудь из групп. Пожалуйста, просите голосовать. Это абсолютно не важно. Здесь не имеет как такового значения. Ребят, у меня 15 работ. Собирать буду по лайкам. Итак, выбирайте, ребят. То есть, те, кто выиграл, пожалуйста, голосуйте за другие работы. Это работа 10 места. 10 место, какое бы оно ни было, но это все равно, ребят, это 100 рублей. Это 1000 звезд. И это один средний подарок. Это за старание человеку. Свою лично, ребят, свой лично голос, как бы, ну, имею в виду, я бы, наверное, передал вот этому вот. Все-таки Унгрей нарисованный, можно даже посмотреть, красиво, с линиями, ну, то есть, персонажик, он даже персонажа своего разместил. То есть, так что, как-то так. Пожалуйста, не ставьте лайки на все сподряд. То есть, это не даст никакого результата. Уже, говорит, выбрала без вариантов. Ну, чуть-чуть, ребят, еще буквально, говорю, 2 минутки. 2 минутки и уже пойдем. Ну, давайте что-нибудь включим на заднем фоне.
Давайте драгоценности. Драгоценности пойдут же? Я думаю, выиграл 10 место. Кто же выиграл 10 место? Итак, нету лайков. Нету лайков. Так, 2 лайка на Унгрее идет. Нету лайков на массе. Так, на этом тоже нету. Тоже нету. 2 лайка на... Да, согласен. Неплохой, кстати, здесь. Это, кстати, работа с двумя карапузами. Тоже 2 лайка. Итак, за работу Виталика никто не проголосовал у нас. За мем от Ники никто не проголосовал. А вот не надо. Не надо игнорировать стримы по розыгрышу. Иногда ваш лайк сможет сыграть большую роль. И 2 лайка на анимационном персонаже у нас. Так, где еще? 1 на жопа-попа. Жопа-попа 1. Итак, ребят, не понимаю. 2. 2. И 2. 2, 2, 2 и 2. 2, 2. Давай обновим. Давай обновим, давай. Давай, обновил. 0. 6. Самолайк, залог успеха. Логично, правильно. 6. 6. 5. Смотри, красавчик, трубочист. 5 прям. Вот это уже лучше. 5. 1. Ну, 1 уже хорошо. 3. И жопа-попа все равно 3. Ну да, согласен. Согласен я. Унгрей, считаю, да, действительно, персонаж действительно нарисованный. Он стоил все-таки... Он должен был бороться за 5 место. Но, к сожалению, удача, не то что неудача, а судьба распорядилась немножко по-другому и тебя скинуло на 10 место. Но по лайкам ты выиграл. Давайте еще раз. Давайте я еще раз проверю. Но, по сути, ну, то есть он реально лидер. У него 6, 5, 5, 1, 3, 4. Все-таки 6. Все-таки 6. Ну, что я могу? Поздравляю, Унгрей. Просто шедевральная работа. Ребят, я сегодня буду с вами списываться по поводу ваших ников. То есть, пожалуйста, будьте в онлайне в ближайший час. То есть, буду создавать списки. Сейчас буду огромный список создавать в вордовском документе. Мне сегодня его надо отправить администрации. Прямо сегодня. Итак, давайте пройдемся еще раз по местам, да, хотел бы я назвать, но нет, ребят, время уже поздно, 40 минут я разговариваю, надо будет сейчас сделать большой список, и потом к вечеру, где-то часам к 11, я пойду уже на фарм. Если кто-то меня увидит, его создавать буду я. Давайте, всем счастливо, победителей еще раз я поздравляю. Просто колоссально, имею в виду, работы, мне очень понравилось. Спасибо большое всем за участие, особенно большое спасибо у нас Даша, красивая работа, просто шедевральная. Алексей, молодчина. 2 раза оценивал работы, даже приз от меня я отдал, потому что действительно работа стоила того, оно прям очень красивое. И, конечно же, Александр. Топовая работа за первое место. Очень много стараний, очень много карандашей, очень много нарисовано. Причем, самое интересное, работа рисовалась сначала черным карандашом, обводилась, а после уже разукрашивалась. Молодец. Просто, просто молодец. Ребят, следующие конкурсы у нас будут на экспедициях. На экспедициях, так как я уже говорил, что лето – это время отдыхов, поэтому они будут только в августе или сентябре. То есть будем праздновать, в общем, разблокировку канала моего основного на Лиге Music Wars. И там будут призы, там будут розыгрыши, будет очень много. Ну а випки, как и было, буду вручать по мере прихождения рубинов. Всем спасибо, всем счастливо. Участвуйте в конкурсах. Блин, тут ну реально просто... Чуть-чуть немного стараний, чуть-чуть немного умений, рисования и призы ваши. Просто ничего сложного. Ничего сложного за призы. Тем более с администрацией.
Всем счастливо, ребят. В общем, жду. Пишите мне ВКонтакте, но сначала добавляйтесь в друзья хотя бы, чтобы можно было написать. Давайте, жду сообщений и будем потихоньку поднимать новую рубрику «Игроки о Music Varsity».